Здравствуйте, Никита бревнов из Сегодня в эти предновогодние дни хотелось бы подвести промежуточные итоги уходящего года и конкретно в этом выпуске поговорить об интерактивном кино. Я бы хотел разобрать а, свою крайнюю работу, это детский новогодний интерактивный сериал новогодний детектив рассказать, если вам интересно, что получилось, что не получилось. В описании будет тайм-код, поэтому если какая-то тема вам не интересна, просто перемотайте. Но я так предполагаю, это будет достаточно длинное видео. Ну, возможно, еще пару коротких роликов будет, но в целом, наверное, это крайнее видео в таком объеме в этом году. Приступим. Я, как обычно, себе сделал список на листочке вопросов, моментов, о которых я бы хотел поговорить. Раньше разделение между игрой и кино было достаточно очевидным. То есть зритель всегда мог сказать, это игра, а это кино. С течением времени, с развитием технологий, эти грани постепенно размыливаются. И теперь игры, похожие на кино, особенно игры с дополненной реальностью, с виртуальной реальностью, то есть ты становишься участником событий. Ну и также игровое кино, оно перестает быть таким автономным. Поэтому появляются вот такие направления в киноиндустрии, как интерактивное кино. В 1967 году был такой фильм Киноавтомат, где в определенный момент выходил на сцену кинозала, так скажем, модератор и предлагал зрителям тот или иной вариант развития событий, который они должны были выбрать. И наиболее удачными попытками в этом направлении был фильм «Ночная игра» 2016 года, когда у всех зрителей были такие пульты управления, с помощью которых они могли а, выбирать направление сюжета. То есть в этом фильме было 180 интерактивных сцен, 7 концовок, причем только одна из них с хэппи-эндом с счастливым концом все остальные, соответственно, разные. И это вот такое интерактивное кино в, в более продвинутом смысле. То есть зрительный зал большинством голосов выбирает то или иное направление сюжетной линии. И поскольку сейчас мир в основном функционирует в онлайн, возникает такой философский вопрос по поводу реальности нашего виртуального мира и виртуальности нашего реального мира. На эту тему можно долго дискутировать, но это очень интересно. Если все происходит в онлайне, что такое реальность? Это просто поток протонов, электронов, электрические импульсы. В общем, все это очень интересно. Ну так вот, под Новый год я, как правило, пишу сценарии новогодних представлений для детей, ставлю их, и это всегда происходит на сцене. Но в этом году все ушло в онлайн. Но хотелось все-таки оставить элемент интерактивного участия зрителя поскольку в спектакле есть такой живой обмен энергиями, да, есть какие-то игровые моменты, когда ты обращаешься к зрителям, и они как-то тебе отвечают, они участвуют тем или иным способом в представлении, они сопереживают героям, и хотелось этот момент сохранить. Я, честно сказать, никогда не смотрел интерактивное кино, но я знаю, что Netflix в этом деле сейчас лидирует. То есть он создает интерактивные сериалы конкретно для детей, поскольку дети это как раз та публика, которая больше всего продвинута в этом. Они постоянно играют, они взаимодействуют с своими персонажами через свои гаджеты. То есть для них это нормальная, обычная схема восприятия информации. И у меня возникла идея вот снять такой сериал небольшой мини-сериал так скажем, где каждая серия заканчивается вопросом к зрителю и даются два варианта развития сюжета и большинством голосов зритель выбирает, что делают герои, куда они направляются. Изначально, когда я начал писать сценарий, я хотел вот эту возможность ветку да, выбора. Пусть он ограниченный этот выбор. Понятно, у меня не было много времени и таких широких технических возможностей, чтобы в каждой серии давать много Где-то полторы-две недели писал сценарий. Изначально я планировал, каждая серия заканчивается выбором. Из этой серии идет два выбора, из этих двух еще два. И такая геометрическая прогрессия, знаете, притчу про шахматы и зерно, когда нужно положить на каждую клеточку зерна в два раза больше, чем на предыдущую. И в итоге э, все заканчивается тем, что на всей планете нет столько зерна, чтобы заполнить последнюю клеточку на шахматах. Поэтому э, вот эта геометрическая прогрессия и многовариативность сюжета, она, ну, я понял в какой-то момент, что э, по времени я не успеваю, и, и пришлось как-то это все э, компенсировать. То есть изначально схема моя выглядела вот так. То есть, первая серия, ветка из двух вариантов, снова серия, снова ветка, и, в общем, зритель мог выбирать. И большинством выбирается, соответственно. Но это, естественно, такой достаточно трудоемкий процесс, поэтому я сократил возможности вариации, я ставил только... То есть, две серии, первые две серии у нас есть вилка из двух вариантов, а дальше... Варианты пересекаются между собой, чтобы не снимать дополнительный материал, просто его модифицировать, и он как бы в любом варианте снова возникает, чтобы было меньше материала, который не увидит зритель, чтобы он все-таки увидел все, что мы сняли. И плюс в каждой серии была пасхалочка, которую нужно увидеть, и возможность в конце, ссылка на пазл, пусть это достаточно примитивная такая история, но собирая пазл, зрители помогают героям, Построить, преодолеть какие-то препятствия, там, построить космический корабль, построить телепорт и так далее. Да, в сценарии есть много условностей, которые я допустил, то есть я не стремился к бытовой правдоподобности, космос, невесомости и так далее. И я это все опускаю. Не это является драйвером истории, а драйвером истории являются персонажи. Поскольку это детский мини-сериал, у него есть специфическая такая подача. Гипертрофированная, может быть, несколько наивная, но для детей это понятный язык. Когда многовариативность увеличивается, мозг начинает кипеть, потому что нужно понимать последовательность событий, где, в какой ветке, отслеживать но если верить современным э, нейроисследованиям, если можно так сказать, то наш мозг именно так и устроен. Он не устроен так, что все по полочкам. Вот у него так. Он устроен как э, хаотичная сеть, и вот эти вот нейронные связи, они имеют хаотичные соединения, поэтому э, такая многовариативность и такое не прямолинейное повествование, так скажем, оно достаточно органично для нашего мозга. Выбрав детективный жанр очень сложно было не скатиться в какой-то негатив, поскольку это детская история, детский детектив. Хочется верить, что мне удалось сохранить эту грань, не уйти в пошлости и негатив, но, конечно, там много каких-то погрешностей. Мы оправдаемся тем, что это детский новогодний мини-интерактивный сериал. Поговорим о технике и о площадке. Снимал я это все на Sony 7 Mark III, на свою, как обычно, используя три объектива. 17-28 Tamron 2.8, на который я сейчас снимаю. 50 мм никоновских 1.8. И еще один объектив 28-105, тоже от Nikon, с возможностью макросъемки. Ну, о нем чуть позже, наверное, расскажу. Кстати, на него я снимал последнюю псевдорекламу на Coca-Cola. Со звуком была беда по нескольким причинам. Uh, у меня был только один микрофон uh, на камерный микрофон uh, Road Video MiGo. Go. В идеале нужно было, конечно, бум микрофон использовать uh, выносной либо петлички, чтобы, когда герои отворачиваются от камеры, уровень громкости сохранялся. Поговорим по площадке. Это сцена, которую я задорпировал двумя хромакеями зелеными, только они разного оттенка зеленого. Один более такой светлый, другой более темный. Это, конечно, внесло свои трудности при постобработке. По свету были свои трудности. Не было возможности отдельно осветить фон и отдельно подсветить контровым светом актеров, чтобы отраженный от зеленого свет не заливал актеров потому что очень часто, особенно когда актеры были близко к заднику зеленому, этот отраженный зеленый цвет попадал на актера, и при удалении зеленого хромакея удалялась часть информации с артиста. В идеале должен был быть контровой свет, который бы заливал отраженный зеленый белым, и нужно быть как можно дальше от крайней точки зеленого фона, чтобы отраженный зеленый свет не мешал. Я не эксперт в съемках на зеленом фоне, я, хотя я уже достаточно много раз снимал, но с зеленым фоном всегда вот есть такие трудности. Мне еще многому предстоит научиться поэтому я в этом процессе. Если среди вас есть эксперты по хромакею, то напишите свои комментарии, как, чтобы вы сделали по-другому. По работе с актерами. Сразу хочу сказать слова благодарности всей команде. Это действительно профессионалы своего дела, и они все на своем уровне помогали вот создать то, что вы увидели. Поскольку я каждого из них знаю, я старался писать сценарий, примерно представляя каждого из них в этой роли, чтобы учесть сильные стороны каждого из них и они, на мой взгляд, прекрасно справились. Вообще такие проекты не делаются в одиночку, поэтому еще раз огромное спасибо всей команде, всем артистам, участникам. А поговорим о постпродакшене. Если говорить о сухих цифрах, то у нас было 5 съемочных дней, примерно 16 часов съемки, 404 дубля, 128 гигабайт памяти, потом 5 дней я использовал на монтаж, более 40 часов работы, 32 футажа я использовал футажи которые доступны на ютюбе искал подходящий по теме на хромакее 14 музыкальных композиций без авторского права в основном это опять-таки фонотека ютюба 39 звуковых эффектов в основном я использовал epidemic sound и плюс 185 фотографий всего из которых я выбирал уже дальше в том числе часть фотографий с ресурса FreePic, векторные фоны, вот эти вот все планеты, там дом Хрустика Снежкова. То есть отовсюду потихоньку, помаленьку, вот, чтобы получилась такая картинка. Основной монтаж я делал в премьере, Premiere, Premiere Pro, а несколько стоп-кадров я делал в After Effects. Я не могу сказать, что это супер-пупер-мега-продукт, но это был интересный опыт это были достаточно объемные съемки, то есть вот в течение там, в течение пяти дней мы это все снимали каждый день. Есть к чему придраться, есть недочеты по монтажу, по свету, может быть там по сюжетным моментам. В любом случае это интересный опыт, скорее всего мы его продолжим. 2021 год обещает быть также в онлайне. И вообще, если говорить о будущем интерактивного кино, то, наверное, в этом есть перспектива, когда зритель не просто смотрит кино, а еще и в нем участвует, то это совершенно другой экспириенс от просмотра. Ты не просто как сторонний наблюдатель посмотрел, но ты еще поучаствовал. Вот симбиоз кино и компьютерной игры это безусловно случится, и он уже случился. И с каждым годом, скорее всего, это будет развиваться. И вовлеченность зрителя, она будет увеличиваться. Поэтому мы продолжим работу в этом направлении. Теперь перейдем к итогам года. YouTube мне прислал письмо, в котором были собраны такие сухие цифры, статистики за этот год. Конечно, этот год был не такой, как все его себе представляли. Мы все пострадали и еще страдаем, и еще будем страдать от последствий того, что произошло. И, честно сказать, у меня была цель за этот год увеличить аудиторию канала минимум на тысячу подписчиков. Чтобы ну, вступить в партнерскую программу с YouTube, для этого нужно 1000 подписчиков, 4000 часов просмотров. Этого сделать мне не удалось. По разным причинам. Но смотря на аналитику, почти все мои зрители смотрят мой канал без подписки. То есть больше 90% просмотров без подписки. О чем это говорит? О том, что я хреновый ютубер. Но в любом случае за этот год удалось сдвинуться с мертвой точки, потому что очень долгое время я снимал в пустую зрителей, вообще никаких не было. Сейчас ну самый топовый ролик, который у меня на канале есть, это обзор к Xiaomi Mi10 Lite 5G. Там уже почти 5000 просмотров. Но опять-таки большинство смотрит и не подписывается. Поэтому я всегда вас прошу подпишитесь на мой канал. Это поможет мне в перспективе делать интересный контент для вас и быть независимым относительно разных обстоятельств того, что происходит в мире или в, у меня лично. За этот год я снял на этот канал более 60 роликов, плюс я создал детский канал познайка кидс. И помимо этого были еще какие-то частные проекты, частные съемки, репортажки и прочее. В денежном эквиваленте я заработал 0 на этом канале. Но с точки зрения опыта я заработал много за этот год. И в принципе, как я уже говорил в каком-то из выпусков когда-то, этот канал я создал для того, чтобы прокачать свои навыки. Как оператора, как монтажера, как ведущего, как ютубера, ну и так далее. Вот если этим измерять, то этот год был для меня достаточно удачным. Поскольку я постоянно совершенствую свой уровень. Я развиваюсь. Я не эксперт, я учусь вместе с вами и делюсь своим опытом. Не знаю, что будет в 2021 году, но я знаю одно. Я продолжу делать то, что я делаю, я продолжу развиваться, совершенствоваться, делать для вас интересный контент. Я все равно буду добиваться вашего внимания, вашей подписки на этот канал, чтобы те 90%, которые смотрят мой контент без подписки, все-таки подписались на мой канал. Это был непростой год, в моей семье тоже есть потери. И следующий год не обещает быть лучшим, чем 20-й. Возможно, он будет еще сложнее. Но несмотря на все это, я хочу пожелать всем вам не падать духом. Верить в себя. Верить в то, что вы делаете. Быть искренним, честным перед самим собой. Перед теми, кто вас окружает. Не творить зла себе и окружающим. Заниматься спортом. Быть здоровым. Верить в свою мечту и идти к ней. Несмотря на все трудности. Все в конечном счете будет хорошо для каждого из нас. Увидимся в 2021 году. Возьмем быка за рога. Это, кстати, мой год. Поэтому я надеюсь, он будет просто взрывным. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик. Ставьте лайки. Напишите в комментариях пожелания, поздравления себе. Что вы себе желаете в следующем году? Что бы вы хотели, чтобы исполнилось у вас? Может быть, напишите о своей заветной мечте. И Санта или Дед Мороз увидит этот комментарий и осуществит вашу мечту. Все. Всех обнял. See ya. Peace.